Естественно, если по ним долбануть палками, да, или посильнее, то они будут дольше звучать. Я их могу разгонять как бы сколько угодно, да? Там. Вот этими штуками резиновыми. Но, как бы, если там они затухают, уже, в принципе, лучше вам тоже стихать, чтобы вы как бы не остались как голые на сцене, да, без вот этой поддержки. Вот, мне кажется, это тоже нужно учесть. Угу. Вот. Ну, чтобы какое-то время просто провисеть. Чтобы оно слушалось. Вот. Ладно, все, давайте. Поставим там лаунж какой-нибудь и будем собираться. Вот так. Классно. Че, идея? Собирать. Гош, я твою эту штуку обзову Гоша или Георгий. Какую штуку? Твой, так сказать. Да, в следующий раз я принесу наушники, а то я вообще не слышу. Так мы могли тебя вот сюда воткнуть любой, вот в этот или вот в этот комбайн, там что-то 15 или 70 надо. Нет, я заглушил полностью. Ну он там громкость всё регулируется. Открой, ага. Да, открой совсем. Можно? Все микрофоны. Да. Ну а что ты микрофон это съел, чуваки? Чё? А, не получилось шутку, ладно. Я уже научена шутками Артема. Когда он... Я говорю, а ты бас-гитару взял? А что надо? Паша, ты получается сам учился тоже на барабанах? Чё сам? На барабанах сам учился играть, да? Да. Ну так. Ну немножко научился. Всё, что у меня есть. Так, ребят, всё никакое число. 20, ровно шестое, просто шестое. Кстати, Даш, они ответ ещё не дали? Нет, там тишина какая-то гробовая. Надо там, короче, поехать. Ты вырубил, что ли, мастер? Да. Верни, пожалуйста. Знаешь, да, Жанна? Ты же говорила. Я написала, но они пока молчат. Я написала, что они именно хотят.